Майкл Джеффри Джордан, выдающийся американский баскетболист, бывший игрок NBA, родился 17 февраля 1963 года в Бруклине, Нью-Йорк. Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и NBA во всем мире. После начала карьеры в команде Университета Северной Каролины, с которой он выиграл чемпионат NCAA 1982 года, Джордан присоединился к команде Чикаго Буллс в 1984 году. За феноменальную прыгучесть Майкл получил прозвище Air Jordan и его воздушество. Он также считается одним из лучших защитников в истории баскетбола. В 1991 году он выиграл свой первый чемпионат NBA с Bulls. В 1992 и 1993 годах повторил этот успех. После гибели отца в начале сезона 1993 года Джордан внезапно ушел из баскетбола и попытался сделать карьеру в бейсболе. В 1995 году он вернулся на площадку и помог Bulls завоевать еще 3 титула, попутно установив вместе с командой рекорд NBA по количеству выигранных матчей в течение регулярного сезона – 72 победы. Во второй раз Джордан завершил карьеру в 1999 году, но вернулся еще на 2 сезона в 2001 в качестве игрока Вашингтон Уизардс. В 1984 году Джордан заключил рекламный контракт с фирмой Nike, которая специально для Майкла разработала кроссовки Air Jordan. Проект был настолько успешен, что впоследствии Air Jordan стали самостоятельным брендом. Джордан сыграл самого себя в художественном фильме «Космический джем» 1996 года. Входит в руководящий состав компании Oakley, сейчас является основным владельцем, а также руководителем по баскетбольным операциям клуба Charlotte Hornets. В феврале 2010 года выиграл торги на право выкупить контрольный пакет акций команды у основного владельца Роберта Джонсона. Таким образом, Майкл стал первым игроком ассоциации, владеющим клубом NBA. Несколько фактов о Майкле Джордане. Свою первую зарплату в Вашингтоне Джордан потратил на помощь семьям, пострадавшим в результате теракта 11 сентября. Сумма, которую Майкл перевел на благотворительность, составила ровно 1 миллион долларов. День Святого Валентина 1990 года запомнился тем, что Джордан выступал под непривычным номером. Перед матчем с Орландо прямо из раздевалки Чикаго была украдена майка с номером 23. Администратору команды пришлось отдать его воздушеству запасную майку, которая была в команде на случай чрезвычайных ситуаций. Чикаго с Майклом Джорданом не проигрывали 3 раза подряд в течение 8 лет. Лучшим другом Джордана является водитель лимузина, который забрал его из аэропорта в Чикаго. Свой любимый данк Джордан сделал против Патрика Юинга. В промо-ролике к игре NBA Джордан заявил, что самым запоминающимся данком в его карьере стал бросок через центрового в третьем матче серии плей-офф против Никс в сезоне 1990 года.